Спешите успеть, совместная распродажа игромании и торговой площадки G2A. Низкие цены на все новинки. Пойдем. Джонни, ты меня предал. Клер. Все. Тю. Так, ладно, куда мы идем? Нам нужно дерево. Можно здесь, там, в принципе. Но это спаун, нам надо уйти будет. Потом. Плюс. Спаун можно перенести. А ну да, спаун вместе. Хорошо. Мне дерево не выпадает. А, оно падает на меня, прикольно. Блин, мне через 10 минут придется отойти на полчаса примерно. Ну и пофиг. Так. Так. Я люблю пустыню, она мне нравится. Вообще каучуковое дерево. Да. Хотя просток добыть. Каучук? Да, не, потом. Успеем еще. Хотя да, его много. Пойдем в эти, в пустыне. Удобнее. Пошел. А? Чем удобнее-то? Пустыня нифига не удобно. Кто там на улице орет? Прикинь, уже луна видна, луна. Слышишь? Подожди, а сколько у тебя время? У тебя память на сколько минут? Серьезно, что ли? Я тебе сколько раз уже говорил то, что у меня московское время? Не важно, сколько раз ты говорил, важно, с какой силой. Не важно. Молчу. Я тебе говорил то, что у меня уже московское уже время. Московское это у меня. Давай лучше отстроимся все-таки. Подожди. Стой. Мы же типа по хардкору идем, правильно? Слушай, а еда? Ну, мы около джунглей. А, кстати, да, еда. Нам надо пустыню. Давай отстроимся вот в той дырке. Сделаем такой навесной мост. О, свинья. Где? Вон там. О, значит там есть еда. Пойдем за едой. Так, ну, ну как, базу большую будем делать, я уверен. Главное, красивую. Да. То, что у Влада. Надеюсь, он не смотрит этот ролик. Он всегда смотрит ролики с Крайлоса. О, я хочу туда. Можно. Но сначала надо убить свинью. Поставь верстак, давай мечи сделаем. Потом. А свиньей убить? Ну вот, тут я нашел кое-что получше. Нашел. Я нашел непрогруженные чанки, нашел шипов, с которых мясо не выпадает, а только. Ну. А почему она не убивается? Слушай, тут красиво, я бы тут жил. Кто мне мешает это сделать? У меня чанки не прогрузились. Во, так. Да, вот здесь. Да, тут будем где-нибудь обустраиваться. Можно и сверху, и снизу. И в горе, и в. Не горы. Слушай, у меня что-то с прорисовкой, подожди. Нормал поставь. У тебя какая, фар или нормал стоит? У меня фара. А у меня что-то фар глючит. Я что-то вообще в шоке. У меня фар и 80 FPS. У меня тоже. А у тебя Full HD. Ха? Ну да. И запись. А. Все. Забираю свои... глаза обратно. Забери свои глаза обратно. Обустраивайся тут, я пошел за едой, потому что еда уже реально начинает кончаться. Ну возьми меч, тут есть. Я уже сделал себе меч. А, все, хорошо. Вот тебе дерево, и тростник положу. И шерсть. Сделай нам две кровати. Один момент. Тростник, тыквы тоже рядом. Слушай, а тут Форестер есть, я что-то забыл. Должно же быть. В Форестере? Нет, нету. Или нет, подожди. Би. Не, нифига нет. А зачем оно нужно? Правильно. А он тогда был на нюке? Я не помню. В Форестере? Не думаю. Но он же тогда все дюплось. Поэтому его тогда убирали. Ну да. У нас есть умный Влад. Который уже все предусмотрел. Так. Это берем. 10 мяса. Сойдет.
Мало. Сейчас будет печка. А вот еще свиньи бегают. Так, у меня две еды осталось. Автосейвы настроены, это хорошо. Работа, так сказать, из коробки. Ну да. Мне до тебя еще дойти осталось, потому что у меня еды нет. А мы написывали? Написывали. А, что? А, ну-ка. Не надо на... сейчас. Difficulty 4. Хорошо. Зря. Теперь жить можно. Ставь освещение. А из чего? У меня еще уголь не скопал. А где печка? Вот. Пойдем вот туда, там свет есть. От чего? От лавы. А, жить около лавы? Ну, хорошая идея. Закинь дерево. Такая. Слушай, лава старая. Идея. Посмотри. Я знаю. Текстура лавы. 1.47. Жесть. Так, я... ты перенеси, пожалуйста. Или я сейчас перенесу все сам. Я просто еду сейчас закинуть, хочу жариться. Попадают. Поставь эти. Надо эту ставить. Чтобы ночь пропустить. Кровати. Так, у меня только одна. У тебя шерсти не хватает? Угу. Мне кусок мяса съесть, я сейчас шерсти нарублю. Итак. Сейчас печку, кровать принесу, сделаем. У тебя нет еще одной шерсти хотя бы? А, все в сундуке. Один момент. Я. Так, хорошо. Нет, сейчас, нет. Подожди, может у нас есть этот? Как он называется? Inventory Twix. А зачем сейчас. Он тебе? Inventory Twix поставить. Пинь. Ну, я не могу без Inventory Twix жить. Сейчас. Хочешь тоже поставь? Да не хочу еще ставить. Да, надо. Есть. Надо сейчас кинуть фотографию. Ой, фотографию. Ссылочку. Спи, right now. Спи right now? Да. I wanna sleep. Давай так. Да, давай так. Фу. Заходи. Чё, двух бревен не хватило, чтобы нормально пережарить. Перезапущу по фасту клиент. Не, я потом поставлю, не хочу ничего ставить. Хорошо. Так, вот тебе камень. Пойду. С одного удара убил скелет, нормально. Я что-то нашел уже. Это копер. Ой, песенку написал. Взгляни в группу. Песенку написал? Угу. Ты больной? Нет, я всего лишь написал песенку. Какую группу? Хорошо на песне. Все, играй, ты загрузился. Я пошел копать. Уголь. Водители, да? Да не меня бесит уже. Прикинь, как жить? В Москве, как люди живут. Да мне то же самое, как в Москве, блядь. А ты где копаешься-то? Я далеко. Ну как далеко, нормально. Отошел. Я может... не в пещерах. Ты в пещерах? Нет. Почему? Не знаю, я снаружи пошел искать. Что-то искать. Нашел открытый уголь тут. Месторождение. OPNP.
Overpower, это не power. Что-то как-то мы по ролику, ребят, мы вообще-то к вам обращаемся. Хотели обратиться. Сервер открыт. Ура. Да. Сервер открыт, ссылка на... А, подожди, надо, чтобы Влад должен заняться группой, так что... Я, кстати, группу создал, так что Влад должен был и заняться. У PNP отдельно? Да. Вы можете в нее вступать, ссылка на в описании, также и на Technic and Zanity группа есть ссылка в описании. Так что да. Сколько цена доступа сюда? 150 рублей. На месяц. И главное, чтобы у вас была лицензия, да? Не? Да. Все, молодец. Все, он ответил все за меня, я могу сидеть, прохлаждаться. Пойду дальше. Ты шахтер. Нет. Руби, руби. Я пошел тыкву собирал. Нормально. Хорошо. Убивают. Ох, капец. Так, да. Что да. Такое? У меня шум, да, сейчас? Нет. Серьезно? У меня фен на фоне. Да нету никакого фена, что ты прикалываешься? Я тебе серьезно говорю. Я тоже. Флакс сидс. Флакс. Что дает? Что за флакс? Флакс это типа флакс. Нитки. Нитки, вот точно. А нитки нам должны понадобиться для сумочек. Сумочки. Или мы у нас их нет? Сумочки у нас нет. Сумочек. Или есть, бэкпак же есть у нас. А сумочки-то у нас немного хорошие или плохие? Хорошие. Мы их не будем удалять. Ну, да. Хотя насчет дюпа не знаю. Я нашел индиго. Во. Слушай, у меня что-то с прорисовкой странное творится. Что такое? Я вот не знаю. Да что-то вот бах и полмира нету. А дальше опять есть мир. Что за прикол? Под землю бывает, вижу. О, я этого нашел, Rubber Wood. Старый Industrial Craft, легкая гречка. Чё я делаю? Я пытаюсь достать росток гивея. Зачем? Нам нужна гивея. Ну, у нас грехтех, ты забыл. И чё? Нам не нужна гивея, пока у нас нет ядерных реакторов. Понимаешь? Ты переборщил немного. Как тех, детка. Ну, это совсем перебор с ядерными реакторами. Ну, типа там же не нужна резина, правильно? Нужна провода. Ну, а ты просто будешь синтезировать резину из ядерного реактора. Которая делается из иридия. Все правильно. А ты, собственно, где? Меня тут убивают? Да, я далеко. Я иду к тебе. Я потерялся. А, все, нашел. Не туда. Мое. Ты ж куда вышел? You died. Лол, you died. Лол, лол, you died. Не знаешь, что это? I wanna be the boss игра. Нет. Зря. Офигенная игра. Если ты любишь хардкор. Хардкор. Хардкор? Да. Это как сыр хардкора. Лол, you died. Пожди, а у нас... Нам найти его мне сейчас тебя. Ой. Серьезно, что ли? Короче. Я домой иду.
Так, я думаю, знаешь, с чего начать? Можно... Блин, если была бы здесь агрикрафт тоже какой-нибудь. А вот ты где умер. Ложись спать. Поставишь себе спаунпоинт. Спать ложись. Я думал, что дальше шняга. Нет. Вандал. Да. Что она тебе сделала? Она обратилась ко мне. С плохими. Неправильно. Она безвестлива. Тут что-то. Гречка не такая сильная, так что. Не, вот здесь она прикольная, по-моему. Приятная даже. Это не крахтех, это уже аддон. Это уже еще аддон. Это еще аддон. А в 1.7.10 это уже отдельный мод. Можно так сказать. Надо искать пещеры и закапываться. Угу. Только что было 355 FPS при записи. Круто. Да. 50 гигабайт в секунду. Нормально, да? Угу. А у меня еще терабайт свободен. Кстати, у меня сейчас баг я словил опять, ну, известный, типа X-Ray на некоторые секунды. Я знаю. Да, под нами ничего нет. Из пещер? Угу. Так что... А я пошел искать далеко. Окей. Позже, а тут этот не стоит, да? Чтобы быстро срубать все. А, мы его не поставили, да? Угу. Его еще будет поставить. Или не надо. 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 Сейчас первые сборки. Такие бета будут. Ну да, бета-сбор. Мы тут ни при чем. А кто при чем? При чем Влад? Почему? Он плохой. Он на тебя теперь обиделся. Я нашел волков, нашел свиней, нашел одного крипера под деревом. Это хорошо? Это хороший знак. Да. Позже, а может, а сюда тинкер? А, нет, не будем его ставить. И давай... Не, сюда тинкер, не-не-не, не надо его. И агрикрафт, наверное, нет, потому что это... Ну, может, все-таки возрождаем его... New Power, точнее. Ну да. Ну, было бы, знаешь, неплохо. В самом-то деле. Позже у нас, да, только лицензия, да, будет? Да, только лицензия. Лиценз. Но, да, надо будет с каким-то магазином настроить... Контакт? Да, чтобы, типа, если, ну, промокод какой-нибудь или там через реферал люди заходили, покупали со скидкой лицензионный аккаунт Майнкрафтика. Ну,